государственный интерес, общественный интерес, интерес людей летать 2-3 раза дешевле, и поменяли его на олигархическое указание. Вы мне будете рассказывать, что вы живете 5500? Не верю. Не верю, нет, не верю. Потому что не верю. Потому что я прекрасно знаю, какие частные интересы оплачивают. Михаил, секундочку, я могу вставить хотя бы слово? Вы до скольки сегодня работаете? Я работаю круглые сутки. Поедем. У меня нет времени к вам. Я вам покажу, как я живу и где я живу, если у вас есть. Извините, тогда если вы такой бескорыстный, почему вы только что предали народ? Потому что? Да. Нет. Законы не для олигархов, милый мой. Законы для людей, которые летают. Законы не для олигархов. Вы хотите доказать, что вы мужчина, и хотите показать, что те слова, которые вы говорите, правда. Едем ко мне домой. Еще раз повторяю. Мне не надо ваших слов сейчас. Только что вы продемонстрировали, что вам наплевать на интерес народа. О каком вы доме разговариваете? Никакого закона тут нет. Вы только что могли либерализовать рынок, завести другие компании, создать прецедент, что другие тоже могут летать. Не один. Как только один зайдет, 5 других зайдут. Все будут соревноваться ценами, все будут соревноваться обслуживанием. Я летаю на МАУ, я знаю, что как там обслуживают. Там нет обслуживания, это максимум $100 должно летать. Только что вы создали прецедент, что вы закрыли всем остальным дорогу, то есть перекрыли кислород пассажирам. И вы мне будете рассказывать про свой эти. И это поступок. Я думаю, что вашу комиссию, честно говорю, вот эту комиссию, тех людей, честно говоря, если бы я решал, но я думаю, что народ эту комиссию просто надо распустить. Я сейчас пойду к министру, буду ставить этот вопрос, у нас будет пресс-конференция. Мне нечего с вами спорить, с вами все ясно.